это один из наиболее широко используемых материалов в упаковке. Благодаря своим свойствам и отличному внешнему виду, он также активно используется в косметической промышленности. Несмотря на то, что производство такой упаковки является более дорогим, чем, например, упаковки из полимера, потребители ценят ее намного больше. Дополнительным преимуществом является то, что упаковка из алюминия не ржавеет и поэтому может храниться в ванной. Алюминий облагородит продукты из полимеров, например, в виде крышки для банок или спреев. Кроме того, из этого материала может быть и целая упаковка – бутылки для тоников и банки для кремов. Пленки и одноразовая упаковка из алюминия устойчивы к высоким температурам. Алюминий используется также для производства мембран, которые обеспечивают защиту продукта перед вытеканиями или внешними факторами. Алюминий также используется для декорации упаковки путем вакуумной металлизации. Преимущество этого способа состоит в высокой прозрачности, водостойкости и однородности покрытия. Декоративное покрытие может быть выполнено в любом цвете и иметь как глянцевую, так и матовую поверхность.